Ну, добро пожаловать на прохождение. И я понятия гадина задать. Где мы будем крышить зомби, как я понял. Кистюм Ябо. Куда здесь мантия нам бордает? Я бы, знаете, еще видел этот костюм, это было прекрасно. Я думаю, вот этот самый-то. Давайте на Харли. Я не знаю даже никакого. Это же безумие, так что давайте с этим. Я надеюсь, можно сменить камуфляж будет потом, ну, на следующем. Типа, проверить как персонажа. Типа, РПГ? 2 недели назад. Я вроде бы выключил вертикальную синхронизацию, но 30 FPS. I should have killed you 15 ninjas ago, Hayabusa. Что здесь делает сам Ниндзя Гайден? Let's make up for lost time. Точнее, как его там... Рюха, ебуся! Не, может, катсцены заучены на 30 FPS? Я не знаю. Блин, музыка-то как-то, не знаю, дерьмовенькая поначалу. Потом там раскачивается. Ну, меня. Первый раз. First time's always the best. Someone had been crazy enough to bring me back. But not all of me. Instead of an arm, I had a piece of metal frozen into a fist. It worked for me. I escaped from one hell and into another. The Russian military had turned its guns on its own population. Total bloodbath. Not a bad place for a comeback. I was a little off my game from being dead. But luckily, I wasn't the only one. А чё сразу русский-то опять, нет? Чё русские опять? Что нам русские сделали, и вы мать-то звать? Какие американцы, вы-то чё? Зачем играть? О, нет, понятно, зачем играть. Oh yeah? You missed a couple parts. No, I enhanced a couple parts. And besides, I still have your arm in a fish tank. You're funny. А нет, меня ударили. Сможем уворачиваться? Все нормально. Это не русский, это мексико-испанский акцент. Да все нормально, рука выдержит.
Нет, я даже костюм не буду менять. Я хотел... Я прочитал яйца, но окей. Лишает его сил, блок удар был. Половинка. Telling me where I am. Sorry, gotta leave big picture stuff to the boss. For now, your cyber retina can identify structural weaknesses. Take a peek, ninja man. Привет, ай. Босс? Какой босс? Ой, СССР прям. Вы армия. Что? Последний удар, кому делать зомби усилим армии. Да, смотри, он вообще красавчик. Даже волосы сохранились. Такой, что? Гранатометчик. Окей. Цель. Ну это я понял. Фак. Иди, тварь. Два? Я одно сделал, и то не в битве. Бить всех врагов. Что? Кому нафиг-то надо? Прокачка есть? Жестокие мечики, пресечетка. Все плохо. А, лучше не есть. Чаки. Шиня огня. Какого отражения? Ага, у меня есть. У меня есть блок. Вот я понял, это как во всех слэшерах. Recalibrated your neural interface and online your fine motor skills. You can actually open your hand now and, you know, pick stuff up. Good. Понятно, это будет полезно. Nee.
заметил на стриме. Ну вообще изи как-то. А это я уже понял. Да. Давайте, наверное, тушение огня пригодится. Не мед. Что? И как это сделать? Settle in, Monday. Yeah, I plan on sticking around. Use your flail before you go splat. Нет. Да иди ты в меня, мне назад надо. Чё перезапускать? Use your flail before you go splat. Вниз. Спасибо. А, это фак, я подумал, это что-то важное. Whatever the hell you're doing, do it quick. The entire building is ready to topple. Well run, punch. Break face. Что? Охереть. Я нажимаю РБ. Игра! С ней его не убить пока что. Окей, давай. It's good. Я вообще-то не знаю. What the fuck? What the fuck? Окей, еще раз. Никак вообще нет игры. Дайте в нужный момент нажать. Я не знаю, что такие долгие загрузки. Говно, все. Игри. РБ. А еще раз. Oh my god.
здесь ничего нет, нет? Нет. Что? Что? Okay, you're up high. Now what? I didn't work it out that far in advance. What? Surrender now. You have one warning. That's too bad. I usually need two. А с рогами это не изи, а тут это нормально. Почему-то работает. Нахер комбо вообще? Зачем комбо? Я сделал комбо. Появился. Ай, появился, меня дали. Что мне делать? Опа-на. Фигню какую-то подобрал. Теперь что? Не. Потому что я не знаю, в кого я даже бросаю. Ну что, что я мог? Ай. Я ни хрена не вижу. Ну, сейчас он, конечно, с пулеметом. Что я в блоке был, алё, ну что я, бля, о май гад. Понимаю, что на сложном это нехорошо играть, но все равно. Что я сделал? Он бросает не в тех. То есть, он бросает в зомби, кажись. Можно? Да. Слоттер!
А, это, наверное, аптечка, да? Или нет? Хрен поймешь. Тут еще одна аптечка. Где-то. Повышение ХП, точнее. Окей, вертолетчик. Может, бред. Вот так изи. Monday was right about the building collapsing. They don't make them like they used to. That's when I met her boss, Del Gonzo. He was the head of Forge Industries. And also a huge dick. I guess that made him a dickhead. Hello, my cyborg friend. I hear that you are having difficulties following orders. I told him to go fuck himself. Oh, well, such an act where I do attempt it would confuse and sadden me, Aiba. And it would force me to reveal that the power cord keeping you alive has a kill switch I can activate at any time. And murder leaves such a bad taste in my mouth. I cut the conversation short. It turns out he was only a hologram. You make me laugh, Ninja Slayer. You see, our goals are the same. You wish to kill Ryu Hayabusa, and he is here, somewhere, trying to contain this remarkable outbreak. I put you back together to kill him. Del Gonzo was still jabbering on when I left. If he was telling the truth, I'd kill Hayabusa, then kill him. If he wasn't, I'd kill him first, and then Hayabusa. I didn't have a strong preference. Согласен. Где я мог просрать? Где я мог просрать? Ты в пене. Где я мог просрать? Ну, я не знаю даже. Я и не знаю, где я пропустил. Окей. Хрен знает где, но и ладно.